В связи с морозами губкинцы стали чаще пользоваться услугами перевозчиков. Многие клиенты отмечают, что время обслуживания заявки в утренние часы увеличилось. Выросла и цена поездки по городу до 100 рублей во всех службах такси. Они увеличились, естественно, потому что на улице очень холодно. Куда деваться? Тоже как бы надо понять и людей, и водителей. То есть мы не можем сделать прям несусветную сумму. То есть как бы среднее вывели, чтобы и клиенту было хорошо, и водителю как бы нормально. Эксплуатация автотранспорта в такие морозы чревата поломками, поэтому на линию выходит меньше машин. Неизвестно, какие проблемы вылезут. Некоторые у нас водители вообще машины не глушат. Некоторые арендовали гаражи теплые, чтобы на машинах выезжать. Вот. А в минус 50, даже с нашим подогревом, завести машину, можно нарваться на какую-нибудь неприятность. Несмотря на морозы, в обычном режиме перевозку пассажиров осуществляет общественный транспорт Губкинского. С понедельника по субботу на линию выходят два автобуса по внутригородским маршрутам. Автобус пользуется большим спросом, потому что не все службы такси выходят на линию. Не весь ведомственный транспорт способен перевести тоже своих работников. То есть с утра и вечером автобус заполнен полностью, то есть здесь два маршрута, первый и второй по городу. Цена поездки в общественном транспорте не изменилась. 5 рублей для школьников и 10 рублей для взрослых. В случае, если автобус сломался, ему на замену отправляют другой.